Топ-5 снегоуборочных насадок для мотоблока. В этом видео речь пойдет о шнеко-роторном навесном оборудовании, которое превращает мототехнику в полноценные снегоуборщики. Если у вас уже есть мотоблок и вам надоело разгребать снег лопатой, то это видео для вас. Сейчас мы расскажем о 5 лучших снегоуборочных насадках по версии покупателей. Ссылки на них будут в закрепленном комментарии под видео. Кстати, если вы еще не видели наш ролик про мотоблоки, рекомендуем также его посмотреть. А чтобы быть в курсе всех актуальных акций и распродаж в магазинах, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Каждый день мы находим лучшие предложения, акции и бонусы от крупнейших магазинов страны. А еще прямо сейчас мы разыгрываем денежный приз среди наших покупателей. Подробности в нашей телеге. Итак, начинаем. Somb 1 из TEM. Открывает наш топ приставка Somb 1 стоимостью 18 тысяч рублей. Самая бюджетная в топе модель, которая по техническим параметрам мало чем уступает более дорогим аналогам. Подходит для уборки снега практически на любых поверхностях. На основании, как и у всех таких насадок, установлены регулируемые полозья. Меняя их положение, можно приподнимать или опускать шнеки в зависимости от рельефа территории, глубины снега. Насадка относительно компактная, но тяжелая. При длине в 398 мм, ширине 653 мм и высоте 712 мм весит этот агрегат 48 кг. Ширина захвата здесь 620 мм. Это всего на 20 мм меньше, чем у более дорогой Нивы СМБ. У этой приставки дистанционное управление. Поменять дальность выброса и направления можно при помощи рычага, выведенного на рукоятку мотоблока. Что до отзывов, то они положительные. Вот, например, один из них. С работой справляется на 100%. Пришлось немного повозиться с приводом и настройками под мотоблок Нива МБ2. По функционалу подходит для уборки сугробов высотой не больше 30 сантиметров. Достоинство. Соотношение цена-качество. Подходит для большинства моделей. Легко устанавливается. Недостатки нет. Patriot SP60. Приставка стоимостью в 21 тысячу рублей. Надежная, прочная, с зазубренными краями шнеков. Неплохая модель от китайских производителей. Снег берет любой, и свежий, и утоптанный. Справляется с наледью. Шнекам не страшны мелкие камни и комья земли. Габариты у него относительно компактные. При длине в 537 мм его ширина составляет 670 мм, а высота снеговой трубы вместе с дефлектором 875 мм. Ширина захвата 600 мм, высота 250 мм. Управление поворотом и направлением выброса снега механическое. Дефлектор просто опускаете или поднимаете руками, фиксируя выбранное положение винтом. Корректировка направления выброса осуществляется встроенной в трубу ручкой. Устанавливается насадка с помощью адаптера AP6, который входит в комплект. Что до отзывов, то к самому агрегату серьезных претензий нет. Металл толстый, сварные швы аккуратные, ЛКП равномерное. А вот со сборкой и установкой могут быть проблемы. Инструкция может показаться сложной, запутанной. И еще один минус – могут не подойти комплектные ремни. Вот какие отзывы мы нашли. Работает неплохо, соответствует заявленным параметрам. Снег убирает как только выпавший, так и слежавшийся. Проверено. Идеально подходит к мотоблоку Калуга М. Недостатков нет, разве что из трех комплектных ремней подходит А1300. Комментарий. Для патриота Калуга М советую все-таки прикупить ремень А1200. Достоинство. Справляется с любым снегом, хорошо проходит неровный рельеф. Шнеки из толстой стали. Неплохая сборка. Недостатки. Непонятная инструкция. Возможно, что придется докупать ремень. Нива СМБ. Насадка-снегоуборщик для мотоблоков Нива с зазубренными по краям шнеками, легко перемалывающими слежавшийся снег или лед. Стоит такое навесное оборудование порядка 24 тысяч рублей. Это чуть менее габаритный, но более тяжелый агрегат по сравнению с предыдущей моделью. Ширина и длина у него одинаковые и составляют 650 мм. Высота 790 мм, вес 47,5 кг. Годится для уборки ровных поверхностей. На участках с гравийным покрытием его лучше не использовать. При работе вместе со снегом из желоба будут вылетать и мелкие камни, причем с очень приличной скоростью. Препятствия, даже небольшие, мотоблок с приставкой берет с боем. На поворотах неуклюж. Его приходится постоянно выравнивать, подталкивать.
Управление дальностью и направлением выброса здесь дистанционное, с помощью нехитрого устройства из длинного рычага и пружины. Рычаг включения привода здесь тоже выведен на рукоятку мотоблока. Ширина захвата тут 640 мм, максимальная высота снежного покрова, по которому насадка пройдет без проблем, 250 мм. Чтобы упростить работу, исключить пробуксовки, производитель рекомендует ставить на мототехнику металлические колеса, грунтозацепы с утяжелителями. Установка простая. Для тех, кто никогда не пользовался подобной техникой, в комплекте есть подробная инструкция. Кстати, про комплектацию. В коробке есть только приводной ремень А42. Для мотоблоков Нева МБ1, МБ2 Мультиагро нужно будет докупить ремень А48. Для мототехники моделей Нева МБ23SD23, МБ23SD27 нужен будет ремень А49 и дополнительная втулка. К сожалению, информацию эту можно найти только на официальном сайте производителя. Что до отзывов, то они в основном положительные. Вот один из них. Купил насадку для мотоблока Мультиагро. Ковш захватывает пласт снега шириной 640 мм и высотой 250 мм. Тут все полностью совпадает с инструкцией. Насчет дальности выброса в описании к товару указано 10 метров, по факту откидывает на 7-8 метров. Само оборудование, конечно, громоздкое, но время на уборку снега экономит здорово. Достоинства. Толстый металл, качественное ЛКП. Зазубренные края шнеков. Удобная система регулировки. Недостатки. Для установки на некоторые модели мотоблоков нужно докупать комплектующие. Пахарь СУБ-06. Удобная насадка для мотоблоков Салют, Агат, средней стоимостью 22 тысячи рублей. Это, наверное, самая простая в установке насадка. У мотоблока в передней части нужно будет снять подножку, на нее поставить штырь, входящий в комплект поставки, и уже на него надеть насадку. На все про все уйдет 10-15 минут. СУБ-06 компактнее и легче двух предыдущих моделей. Ширина насадки 600 мм, при ширине в 640 мм и высоте в 850 мм. Вес 44 кг. Ширина захвата 600 мм, а вот высота небольшая, всего 170 мм. Регулировка приставки осуществляется в двух плоскостях. Ее можно сместить чуть левее или чуть правее, вперед или назад. Так что если приводной ремень слегка растянется, то новый покупать будет не обязательно. Достаточно выдвинуть насадку немного вперед. Управление выведено на рулевую колонку, а вот рычага для дистанционной регулировки дальности и направления выброса снега здесь нет. Все как и у Mobil KSM-06. С единственным отличием, выбранное положение сопла никак не зафиксировать. Шнеки на этой модели зазубренные, хорошо справляются с наледью, утоптанным снегом. Длина выброса достигает 8 метров при уборке свежего снега и сокращается до 5 метров, если работать с тяжелым сырым снегом. Скоростей у СУБа 2, это тоже плюс. Нужно быстро убрать свежевыпавший снег, включайте вторую передачу. Если за ночь намело сугробы, проходим участок на первой скорости. Вот какой отзыв мы нашли. Использую навесное оборудование с момента его появления на рынке. Механика надежная, за 6 лет эксплуатации заменил только подшипник натяжного ролика. Да перед началом сезона иногда приходится выправлять края шнеков, они могут подгибаться из-за попадающих в них камней. Единственное, что хотелось бы добавить в конструкцию, так это регулируемые боковые крылья для увеличения ширины захвата. Mobil KSM-06. Снегоуборщик для мотоблока от российской компании Mobil K стоимостью порядка 26 тысяч рублей. Это мощная насадка весом в 45,8 кг с шириной захвата в 600 мм, которая справится даже с мокрым снегом, наледью за счет увеличенного диаметра шнеков из высокопрочной стали. Она даже уберет снежные завалы по обочинам дороги, по которой прошел трактор. Но в то же время подойдет для расчистки придомовой территории. Только не забудьте поставить и отрегулировать по высоте защитные полозья, если двор перед домом у вас закрыт плиткой. Иначе весной плитку придется менять. Что по габаритам, то они плюс-минус стандартные для оборудования такого типа. В рабочем состоянии длина насадки составляет 590 мм, при ширине в 625 мм и высоте вместе с трубой в 830 мм. Управление дальностью выброса здесь механическое, осуществляется поворотом ручки, встроенной прямо в жёлоб. Поменять направление выброса можно, если повернуть винты, соединяющие сопло и жёлоб. А за счет увеличенной длины снеговой трубы дальность выброса достигает 12 метров.
Включение-выключение привода вынесено на руль мотоблока, то есть если отпустить ручку сцепления, снегоуборщик перестанет работать. Такое решение обеспечивает безопасность как для самого оператора, так и для окружающих. Цепь спрятана в несъемном металлическом кожухе. Это значит, что она не потребует никакого технического обслуживания, плюс не будет забиваться во время уборки снега. Цепь, к слову, рассчитана на весь срок эксплуатации насадки. Если говорить о недостатках, то основной – приличная скорость. С одной стороны, уменьшается время на расчистку, с другой – за мотоблоком придется хорошенько побегать. Вот что пишут об этой модели пользователи в отзывах. Читал все отзывы в итоге. Живу в сельской местности. Чистить приходится неровную поверхность, да еще с колеями от машины. Из плюсов – качество. При сборке никаких острых краев не обнаружил, даже перчатки не понадобились. Пластмассовые детали крепкие, после использования не сломались. Из минусов приходится подталкивать на неровных поверхностях. Комментарий. Идет быстро, вся конструкция в сборке получается тяжелой, но для таких спортсменов, как я, это не проблема. Достоинства. Усиленные шнеки, хорошее качество, безопасное управление, цепь спрятана в кожухе, поставляется в практически собранном виде. Недостатки. Существенных нет. Если нужен универсальный вариант, который за пару часов в гараже можно допилить под любой мотоблок, лучше взять SOMB-1. Пахарь подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с инструкциями. Чтобы поставить эту насадку, нужно буквально 10 минут времени. Mobil KSM-06 хорош. Он запросто пройдет по кочкам. Шнеки переживут попадание камней и комьев мерзлой земли. Но из-за параметров самих мотоблоков, с которыми он совместим, агрегат в сборе получается мощным, достаточно тяжелым и очень шустрым. Да, к нему нужно привыкнуть, но он и правда здорово экономит время на уборке снега. Нива больше подходит для расчистки больших территорий с ровной поверхностью. Даже перепады между плитами на тех же парковках даются ей с трудом. Патриот SP60 – хорошая вещь за нормальную цену, но чтобы ее поставить, придется потратить время. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Поделитесь в комментариях мнением о моделях из обзора. Ссылки на них мы оставим в закрепленном комментарии под видео. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь и не пропускайте новые интересные подборки товаров для дома и бытовой техники. А если вы хотите первыми узнавать о самых мощных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.